Всем привет, дорогие друзья, с вами Богатырь в Туре. У нас стартует очередная ЗЛПшка на майские праздники, а точнее на карте Берлин. У нас падают повышенные голды, которые мы с вами сегодня будем и ловить. Вот эти ЗЛПшки буду выпускать позже. Короче, у нас где-то еще одна сирена прозвучала, я пока что не заметил. Так, стоп, все заметил, ребят, заметил, где у нас голдик, это второй, либо же третий, я вообще уже запутался. Это летит контейнер, вот это вот интересно. Блин, Жига, пожалуйста. Такая зараза, давай, вот сейчас главное, чтобы меня никто не слил. Просто минута молчания, переходим дальше. Звучит сирена в золотом ящике, пока что я не заметил, где у нас... Голдик, так, я пока что реально не вижу, где он. Это летит контейнер? Вот это, охренеть, вот снова у нас летит конт. Обалдеть, вот то ли записать только контейнеры, но... Блин, я еще не успел слить, точнее, слил, но не вовремя. Прям из-под контейнера. Ну, точнее, короче, он забрал конт, я его прям тогда же и слил. Хотел, конечно, записать только контейнеры из ЛПшки, но фрагментов очень мало, поэтому... Наверное, не буду записывать. Переходим дальше. Так, прозвучала сирена в золотом ящике. Метку я пока что не заметил, даже из респа. Но давайте, конечно, будем ее искать. Так, не знаю даже, куда сейчас ехать. В принципе, у нас еще одна звучит сирена. Метка данного голдика я пока что не вижу. Давайте поедем, наверное, отсюда откуда-нибудь. Вообще не вижу ни один голд, ребят. Ни один голд не вижу. Нет, вообще нигде нету. Вижу, один заметил, ребят, один заметил за домиком. Так, погнали, конечно же, туда. Вроде там никого нету, как бы, и спокойно могу отжать. Так, у меня уже полностью здесь сливает. Дальше здесь золотой ящик, и, конечно же, просто будем его сейчас забирать. Какой-то вулкан реально мощный. Переходим дальше. Только что я выключил запись, у нас звучит еще одна сирена. Давайте лучше самоуничтожимся и средства будем искать данную метку голда. Так, что-то Джаггер странно там как-то катается за домиком. И тут нигде нету. Он что, реально серьезно? Там еще один голд лежит, кажись. Точнее, еще один голд там улетит. Так, вижу, где еще один голдик будет сейчас лететь. Хотя, конечно, есть уже один диктатор, мне это чуть-чуть не радует. Ну ладно, давайте, конечно, будем пробовать его тоже забирать, точнее, вот этот голдик. Блин. Да блин, он мне тоже сливает. Зараза такая. Ладно, давайте поставим бомбу. Нет, вот тут просто секунда не успел. А, не повезло чуть-чуть. Вот. Надо, конечно, сейчас лучше самоуничтожиться. Вижу голдик, но там я его точно уже не успею забрать, поэтому давайте лучше самоуничтожимся. А, меня еще убили. Ладно, так. Пока что не вижу, где еще один голдик. Блин, вообще нету голдов, вообще не вижу просто. Иногда вот реально, вот просто выезжаешь, сразу голдик, а иногда вообще ни одного не вижу. Блин, давайте, ладно, что ли, отсюда поедем. Вижу, летит вдалеке, у нас еще одна сирена даже звучит. А, стоп, все, один хотя бы голдик я заметил. Так, один заметил. Блин, бомба, как я не заметить еще бомбу? Там что-то уже делают другие люди. А, еще одну бомбу поставили, окей. Конечно же, чуть подождем. Так, в принципе, вот сейчас вот можно вставать сюда и спокойно забирать этот голдик. Неужели хотя бы один еще заберу? Успел забрать, меня сразу же еще слили. Ну и вроде как больше нету голдов, поэтому переходим дальше. Звучит сирена в золотом ящике, я уже катаюсь на Джиггернауте. И метку я пока что даже и не вижу вообще. Так, сейчас он должен уже полететь где-то. Так, здесь нет. А, все, заметил. Вот эта вот метка такая вот странная. Прям проезжаешь вроде рядом, но за домиком не видать. Давай. Ну, блин, вот ну опять. Только что недавно, вот сегодня же вроде или вчера, не помню уже. То же самое было. Чувак стоял на голдике, я его также подкинул, и он забрал. Блин, вот не повезло. Переходим дальше. Звучит сирена в золотом ящике, метка появляется прямо рядом со мной на вот этом мостике. Так, сейчас главное, чтобы меня никто не сливал, здесь какой-то чувак был. Блин, Жига, пожалуйста, отвали. Летит еще контейнер у нас. Ну, серьезно, зачем бить? Ну, он даже не видит этот контейнер. Так, главное сейчас туда успеть доехать еще, никто, чтобы меня не слил, потому что у меня сейчас аптека пропала. А, блин, ясно. Вот все это из-за этой Жиги вообще просто начали меня сливать. Короче, ладно, переходим дальше. Очередной золотой ящик, и метка рядом со мной нету. Сейчас главное, чтобы Джиггернаут эту метку не заметил. А я ее как раз-таки и нашел, ребят. Ничего себе, я то хотел туда ехать. Не зря камеру поднял посмотреть. Я нашел метку.
Обалдеть. Это летит вроде как обычный. А, стоп, у нас вроде как дабл еще был голд. Да, там в центре еще один летит. Но все равно вот этот голдик я спокойно заберу. Вообще, смотрите, вот сюда никто не едет. Либо никто не видит, либо видит, потому что знает, что я здесь стою и уже его заберу все-таки. Не оставлю никому. Ладно, давайте заберем голдик. У нас еще одна сирена, потому что появилась. Так, еще сзади меня кто-то был. Блин, джиггернаут. Нет, нет. Ладно, ладно, пускай сольет. Так, а, на мосту все, вижу, летит голдик. Но я, в принципе, да, могу еще успеть. У нас даже появляется еще одна сирена. Ладно, насрем на тот голд. И погнали искать другой. Так, на мосту нету, вроде как, этот забрали. Что-то вообще пока что не вижу, где голды, где голд это, точнее, может быть, дабл опять. А, вижу все, где он летит, далеко очень от меня. Это даже точно не успею. Ну и, в принципе, конечно, поздравляем, кто его заберет. И переходим дальше. Давайте будем с респа искать метку голда. К сожалению, я ее не заметил. Надеюсь, она будет где-то поблизости. К сожалению, он сейчас должен полететь, но я не вижу его. Значит, где-то он далеко от меня. А, стоп, он вообще сзади меня был. У нас даже появляется еще одна сирена. Блин, сюда едет какой-то уже вас по рельсу. Давай, 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 нужно слить его. Ой, слил, хорош. Просто в последнюю секунду его слил. Это просто замечательно. Так, у нас прозвучала еще одна сирена. Вижу, где летит голдик. Так, это ускорение. Вот там голд еще не летит. У нас еще появляется сирена. Вот это вот просто сыпет круто. Не то, что как на один космонавтики, например, вот так не сыпало. Так, еще одна сирена, обалдеть. Тут нету, нету, нигде вообще нету. Блин, еще меня сольют. А, все, заметил еще один голдик. Ну, в принципе, я до тут даже не доеду, поэтому переходим дальше. Звучит сирена в золотом ящике, и метку, я думаю, вы тоже заметили. Давайте будем спускаться вниз и пробовать брать голд с подъемчика. Так, сейчас главное поторопить вон того чувака, чтобы он пораньше чуть поехал, и после него как раз таки я и полечу на этот голдик. Все, думаю, пора, главное сейчас успеть. Давай, 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 еще бомба там. Ой, вот это сейчас было просто красиво, так вот разогнался еще. Поздравляю меня и, конечно же, ждем следующих. Звучит сирена в золотом ящике, сразу вырубаем нетрушку, чтобы найти метку. А, стоп, это вроде бы метка была. Либо мне показалось, либо да, летит голдик, это летит голд. Как я вообще заметил, даже сам не понял, краем глаза. Так, и сюда, смотрите, вообще никто не едет, даже никто не видит. И сейчас где-то сейчас должен зареспиться у нас джиггернаут. Там нету, нет. А, стоп, он вообще сзади меня, так сюда еще какой-то чувак едет. Поэтому давайте лучше заберем этот голдик и перейдем дальше. Ну что ж, очередной золотой ящик, это почти в самом начале боя, поэтому ни у кого нету оверок, это 100%. Так, звучит еще одна сирена. Здесь кустиков вроде как нету, там нету. Даже еще одна сирена, вижу один голдик уже приземляется, это, наверное, самый первый, который... Так, где-то еще голды должны быть. Не, серьезно, а где все голды? Я вообще даже не вижу. А, стоп, заметил еще один. Вижу, третий, кажется, летит на мосту. Вроде как это третий, да ведь? Блин, я еще стукнулся об эту штуковину. Даже еще, ребят. Это просто реально сыпет. Вот ни на один праздник так не сыпало. Даже вот на майские праздники на карте Жаворонки тоже так же сыпало. Вот серьезно, как будто они чуть увеличили еще шанс. Вижу, два голда летят, один в центре, другой чуть левее. Но я поеду на тот, что мне ближе, но вот этот вот в центре, который... Ну, еще бомба всех слила, так, пожалуйста, тебя слить. Но я все равно раньше тебя забрал, даже если не слил. Переходим дальше. Звучит сирена в золотом ящике, метку я пока что не вижу. Стоп, она рядом со мной вообще была. Окей, я хочу сказать, берем нетрушку, а чё она не взялась? Она не берется. У меня интернет еще чуть-чуть, кажется, подлагал. Ладно, давайте все равно будем пробовать забирать этот голдик. Там, кажется, стоит уже джиггернаут. Надеюсь, у нее нету оверки. Блин, я, кажется, поздно поехал. А, еще забрал он. Не успел. Ну, хотя бы следует джиггернаут. У нас звучит еще одна сирена. Метка рядом. Ну, думаю, давайте лучше перейдем дальше. С респа я не заметил, к сожалению, метку голда. Я сейчас немножко перешел поиграть на свою основу. Ох, стоп, она рядом со мной. Ничего себе, как я не заметил эту метку. Окей, давайте будем, конечно, его пробовать забирать. Сюда, блин, Васпик спрятался, козел. Я еще из него бустер сейчас просрал. Так, давай, 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 давай. Я забрал. Вот неужели забрал голдик на основе? Поздравляю меня и ждем следующих. Звучит сирена в золотом ящике. Так, не вижу нигде метки. Но у меня сейчас оверка, в принципе, появится. Если метка рядом со мной, ну, в принципе, я могу еще туда успеть. Поэтому кого-нибудь
и застоплю. Так, давайте быстрее туда поедем. Все, стопим всех. Сливаем. И я забираю голдик. Вот это было просто прекрасно. Переходим дальше. Прозвучала сирена в золотом ящике. Меня сразу сливает Джаггернаут. Так, метка между домиками. Она прям рядом со мной. Это просто отлично. Не зря меня слил Джаггернаут. Так, сейчас у меня появится оверка. Точнее, давайте ее лучше поторопим. Слил одного чувака, и мне сразу оверка появилась. Так, давайте включим. Выталкиваем это Титана. И я забираю этот золотой ящик. Вот это просто отлично было. У нас еще одна прозвучала сирена. Вижу метку, она в центре. Но я туда уже точно не успею на своем Хантере. Да, летит тоже обычный золотой ящик. Ну и, в принципе, на этом я хотел бы закончить данную часть ДЛПшки. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайк. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых частей ДЛПшек. Но я желаю всем удачи, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.